Всем привет, бонжур, хеллоу! Начинаем работу по спасению от мрачных будней и готовы на все, чтобы украсить ваш день. Провожаем ноябрь яркими красками. Внимание, следите за руками. Трек Фэкс Пэкс. Сегодня в нашей программе Санта прибыл и пешком, и поездом. Тепло ли тебе, девица? Гусиные слезы на плечах. Ярмарка с крестьянками и свободным людом. Зачем вино терпит молдавские пытки? Как и положено, 18 ноября в город ехал Санта-Клаус. Дед Мороз, он же Дедушка Холод, он же Борода из Ваты и он же Повелитель Оленей. И это было нарядно! Каждый раз, как первый, Санта-Клаус с конфетной свитой въехал в Монреаль. Тут и барабанщики, снеговички, имбирные человечки, пафос первых пятилеток и приветствие трибун. Мороз воевода дозором вошел во владения свои. Дети сигнал поняли, и до 25 декабря объявлен сезон родительских трат. Держитесь! Ну а для тех, кто проспал Санту, праздник повторился вечерком. Прибыл рождественский поезд, нарядный и свежий, как из гримерки. Впечатлил. Мы немножко его ускорим. Вот так. Пролетел поезд, а с ним и понижение цен к празднику. И как только товарищ Мороз обосновался в Монреале, канадский народ по традиции надел тапки на босу ногу и модные Canada Goose куртки. И тут стало ясно, что носят на плечах не только теплую курточку, но и гусиные слезы. О том, что куртки фирмы Canada Goose не самые изящные в мире, канадцы знают. Неповоротливые, не стильные и дорогие. Но зато натурпух и перья. А теперь мы вас вообще огорчим. Вот прям вот так возьмем и расстроим. Оказывается, компания Canada Goose совсем с будущими курточками не церемонится. То есть птицы подвергаются стрессу. Их хватают за горло, перебрасывают через забор и прессуют в клетках. И этот ужас непременно остается на пухе и перьях. И из этих птичьих страданий и состоит ваша куртка, бьют тревогу экозащитники. Если в голову ломит утром, то это ваша куртка орет во все гусиное горло. Видимо, бабуся в родном мультике не зря плакала о сером и белом. Но чтобы вы не сильно грустили, расскажем о ярмарке, которых раньше не видывали. Как и положено настоящему рыночному действу, там было все. И товар, и купец, подарки, сюрпризы, и даже нарядные крестьянки. День был сер, но шарики указывали путь. На этой грандиозной ярмарке мастеров хотелось остаться жить. Тут и натуральные вкусняшки, всевозможный мед, диковинные украшения, плетение, вязание. Налетай, не скупись, покупай живопись и букеты. Но не простые, а тематические. Лавина разнообразно прекрасного поглотила гостей без остатка, а организаторы нон-стоп раздавали лотерейные подарки. Ключевым номером ярмарочного шоу стало дефиле крестьянской одежды от Галины Пруцких. И так серо и грустно, приезжая в Монреаль, видишь всех в джинсах, лосинах, всех в унисексе. Я решила эту бомбочку подзорвать. Настоящие крестьянские сарафаны, рубахи, юбки, корсеты и паневы оказались спустя 100 лет, ну, очень современными в руках дизайнера. И наши дамы, да и девочки, несли их с гордостью. Дизайнер обещает женский мастер-класс, так что не пропустите, ведь ренессанс женского платья спустя 2 века оценил сам маэстро Зайцев. А ярмарка дальше общалась и скупалась, пока Дед Мороз не взял все в свои руки. Не пора ли отдохнуть? Милое шале с русской банькой и без соседей будет вам рада. А наскучит уединение, то рядом лыжная трасса, квебекский аквапарк, отель Даглас, спа-салоны, катание на лошадях и даже наблюдение за медведями. И все это рядом, под Квебеком. Медиа-агентство Acer.info. Разработка стратегий, макета, печать. Реклама на общественных экранах. Всегда поможем. Онлайн и офлайн. We'll be right back.
Продолжаем добавлять красок в серую ноябрьскую жизнь. Смотрите сюжет о винном празднике, конечно, в ресторане «Синесита». Есть ли на свете люди веселей молдаван? Вопрос на засыпку. А праздник молодого вина в холодной Канаде? Ну, вы поняли. Пережить такое событие нужен опыт. Вот и спросили знатока народных гуляний. Уже 4 года мы это делаем. Это уже вошло в традицию, действительно. Каждый год праздник вина, молодого вина, фестиваль. Подбирают виноград именно тот, который отвечает их требованиям. Есть вина, которые даже без всяких добавок, без там сахара, не знаю, там люди добавляют, чтобы было вино качественное. Но на самом деле очень хорошие вина и очень вкусные вина. А именно мне нравится красное вино. Да, по 2-3 стакана вечером выпить, да. И потому я... Да, пьешь это вот, которое в саке, я не хочу просто ничего говорить, но свое, которое натуральное, без никаких консервантов. Это самое лучшее. В молодое вино и праздник молдаване вложили все. И даже невозможное. С каждого стола по трезвому эксперту, чтобы чувствовал незамутненный вкус. А в конкурсе участвовали 12 вин. Более демократичных выборов мы не видели. Ведь не важно, кто первый, кто второй делает вино. Главное, что делает. Словом, победила игристое красное, а больше дружба и танец. Ну и под занавес уделали в сок 4 тазика с виноградом. Руками, ногами, всеми известными способами. Хороший праздник, веселые люди. Жаль, что раз в году, а не каждую неделю. На сегодня это все. Спасибо нашим подписчикам на Patreon. Веселитесь. И что-то вы забыли наш призыв. А ты подписался на наш канал? Всего доброго. Увидимся.